Сегодня в Угловском районе Алтайского края проходит посадка деревьев в рамках проекта «Посади лес» вместе с волонтерами движения «Эко». Нам помогают сотрудники лесничества, которые следят за тем, чтобы посадка проходила правильно. Впоследствии сотрудники будут осуществлять уход за высаженными деревьями. Мы очень благодарны всем неравнодушным людям, которые поддержали нас благодаря проекту «Посади лес». На сегодняшний момент посажено 227 гектаров вашими студентами. Ну, на сегодняшний день хорошая погода, которая позволяет более нормально садить. Меня сподвигло заниматься экологической деятельностью то, что я хочу помочь России подняться с колен, озеленить все сгоревшие леса. Наш край всегда был многолесным регионом. Я всегда хочу, чтобы он оставался таким. Я считаю, что помогать лесам – это благое дело, восстанавливать их. И, ну, как-никак, это мои последние посадки. Я решил на них ездить уже не первый раз, так сказать, четвертый. Сейчас вы видите последствия массовых лесных пожаров. Это одна из причин, по которой я приехал на акцию «Посади лес».